Здравствуйте, меня зовут Алексей, я из Броваров. Находился длительное время в жестком запое. Доза превышала больше литра в день. День в день на протяжении года. Ну, пытался останавливаться. Ну, пытался, но это все для данного места. Ну, начал понимать, что, короче, все идет в жизни не так, как надо. И посоветовали мне эту клинику, посоветовал брат моей жены. Он тут лечился 2 года назад. Он же выступал здесь со мной сопровождающим. Ну, он рассказывал о клинике, но не во все так верилось, что он говорил. Когда я сюда приехал, понял, что действительно да. Подход врачей, персонала, ну, идеальный. Никто в жизни на тебя не сказал, что ты какой-то конченый человек, или посмотрел не так на тебя, или, ну, вы поняли. Как поменялось отношение к алкоголю? Ну, вы выходите, ходите, гуляете. На данный момент я вот сегодня уже уезжаю домой, пробыл здесь 3 недели, чуть-чуть больше. Ну, алкоголь у нас везде, как вы понимаете. Куда ни сунься, везде алкоголь. В магазинах, в ларьках, летние площадки. Но сейчас, на данный момент, на сегодняшний день, я выхожу в магазин и думаю о летней площадке, смотрю на это все равнодушно. Ну, аж вызывает отвращение, когда сидит тело, там, уткнувшись мордой в стол, или сидит что-то там ворняка и другу своему. Ну, короче, неприятно. Ну, мне все понравилось. Ты можешь сказать, что ты освободился от зависимости? Да, я могу сказать.